Здравствуйте! В этом видео покажу, как я изготовил резцы для внутренней обработки деталей на токарном станке. Резцы изготовил из старых мечиков. Оправку для резцов сделал из шестигранника. Одну для всех. Резцы быстросменные. Сделал 4 типа сменных резцов. Их сделал для внутренней обработки втулки переходной для цанг ступенчатых колокольчиков. Ее я буду делать из этой бронзовой втулки. Изготовил эту втулку из цельного куска бронзы, вырезав из него сердцевину целиком и сэкономив бронзу. Как я это сделал, показано в одном из моих видео. Адрес есть в описании. Для изготовления резцов сделал такие заготовки. Из мечиков с помощью УШМ вырезал средние части. И также с помощью УШМ сформировал режущие части. Это будут резьбовой, канавочный, проходной и подрезной резцы. Для закрепления этих резцов сделаю оправку из этого шестигранника. Он был ржавый, и я его обработал лепестковым кругом, также с помощью УШМ. Центрую. Сейчас проточу шестигранник поверху. Сверлю под резьбу. Нарезаю резьбу под фиксирующий винт. Перед сверлением центрую. Сейчас буду сверлить отверстие под сменный резец. Отверстие обрабатываю разверткой. Оправка почти готова, но надо почистить заусенцы. Вот так будет ставиться резец и с торца фиксироваться болтом. Осталось заточить резцы, и можно будет работать. Вот так быстро и легко можно сделать из старых мечиков сменные резцы разного типа и сделать для них оправку. Вместо мечиков можно было использовать другой металлорежущий инструмент. Сверла, развертки, зенкеры. У кого что есть. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.